друзья, к нам забрел в офис старый, ну не старый, герой прошлых сюжетов. Когда вы у нас учились-то? В 11-м году. Что, серьезно? Уже 6 лет прошло? И что вы вот все 6 лет тестируете? А нет такого, что вот надоедает тестировать? Некоторые говорят, скучная работа. Там. Когда скучно, компанию меняют. Много поменяли? 5. Пяток, то есть как раз в год. Хорошо, так вы откуда-то были из Средней Азии, нет? С Узбекистана. С Узбекистана? Ну вы прям узбек-узбек прям? Ну, у меня папа узбек, мама русская. Понял. То есть, а по-узбекски можете? Да, конечно. Хорошо. Так и чего вы вот тестируете-то чего? На вебе, на мобилках, на каких-то там, может быть, дроны какие-нибудь? И на вебе, и на мобилках у нас. Но без дронов пока? Нет, без. Хорошо. Ну, можно жить тестером? Тестеры вообще хорошо зарабатывают? Ну, по-разному, кому как, и понятие относительное, да. Что такое хорошо. Ну, то есть можно жить в Кремниевой долине тестеру? Можно. Хорошо. А вы вот, я там, София говорит, что вы женились. Ты с родины невесту привезли или тут нашли? На родине, да. Прям такое она правильное воспитание. Ну, да, надеюсь. Все, хорошо. Вы ее тоже в тестеры будете? А, нет. Так, то есть будет по хозяйству. Угу. Ладно, так чего у нас? Киевский торт. А что же вы так из Узбекистана, а торт у вас киевский? А ну, вот мы... нет узбекского торта? Да нет, есть. Мы ко всем национальностям хорошо относимся. Да. Ну что же, хорошо, ладно. Вот задним числом уже вот так, если на 5 лет назад посмотреть, можно сказать, что индустрия как-то резко меняется или быстро меняется, или что вот то, с чем можно было зайти, так сказать, в профессию 5-6 лет назад, сейчас так уже не зайдешь, может быть, что-то такое происходит? Да нет, я не думаю. Начальный уровень одинаковый так и остался, мне кажется, по крайней мере. То есть не то, что, вот, скажем, нужно обязательно программировать уметь? Да нет. Начальный уровень всех устраивает с соответствующей зарплатой. Угу. Поэтому... А вы кодируете сейчас или так? Ну, у нас по чуть-чуть. То есть немножко есть? Да. Но именно Test Automation Tool или просто на языках каких-то? Автоматизацию. То есть через интерфейс? Угу. Ну, хорошо. А что вот сейчас круто? Вот меня часто спрашивают, а что лучше учить? Вот Python или Java, или, может быть, какие-то там технологии, или, я не знаю, там, чего вот есть такое, с чем не пропадешь? Да, тяжело сказать. Я считаю, что человек и без знаний может не пропасть. Ну, я имею в виду в профессии, вот в QA. И в профессии, и в QA. В принципе, со школы-то тестерами выходит, ну, подожди, а не QA. Вот вы идете на рынок, так? И вот вас чем привлекает ваше резюме, кроме того, что 5-6 лет? Ну там есть что-то такое крутое? А, ну тяжело сказать, я. Технологии, может, какие? Тоже тяжело сказать. Я не могу сказать, что я беру только технологиями. Так. Это же все в общем месте же все. Ну и хорошо. Если будет нужно искать работу очередной раз, сколько времени занимает вот так на круг? Ну я знаю людей, которые работу приезжали, за 3 дня находили. И да. Без школы. Да. И я знаю людей, которые и после школы долго искали. Тоже зависит от персонала. Я имею в виду вот сейчас, уже на вашем уровне, сегодня. Я без работы больше недели не сидел. Что, серьезно? Да. То есть как вот только высунулся, раз оторвали? Да, ну я обычно работаю еще до того, как высунулся. Ну хорошо, а сколько занимает найти работу? Неделю. То есть вышел на рынок, через неделю офер есть? Угу. То есть можно жить. Угу. А то говорят, вот сейчас плохо с работой, там, типа, не знаю, там, по каким причинам. Да нет. Нормальненько. Ладно. Хорошо, спасибо, так сказать, что навестили. У нас еще не только торт, друзья. У нас тут в таком конвертике, в пакетике. Грузинское. Слушай, вино грузинское, торт киевский, значит, из Узбекистана. Я думал, что у вас чай будет узбекский. Узбекский чай. Знаете, у нас много чаев. Угу. Но именно что по-узбекски, я не знаю, у нас много-много разных чаев. Есть цветочные, есть смородиновый, угу. Вот, есть зеленые, есть такие, что на чай не похоже. Так вот нюхаешь, думаешь, это не чай. В следующий раз я чай привезу. Все, договорились.